Пройдя долину, где расположен центр Петры, мы повернули направо, к дороге, ведущей к монастырю. Начало подъема столь же живописно, как и все последующее путешествие в Поднебесье, где на уровне орлиных гнезд и расположен сам монастырь. Где-то 840 ступенек, высеченных в скале, на самом деле сложно назвать ступеньками, хотя вначале они таковыми являются. Для тех, кто очень спешит или не рассчитывает на свои силы, единственный вид транспорта в монастырь – бедуинское такси. Чем выше к солнцу, тем красивее виды и сильнее его лучи. И вот уже наша съемочная группа в куфиях или арафатках, которые спасают и от жары, и от холода. А вокруг – вырезанный в скалах и потерянный для внешнего мира на тысячелетия древний город. Лишь в 1812 году он был открыт швейцарским ученым и путешественником Иоганном Бурхартом. А первое научное обследование принадлежит русскому историку архитектуры Николаю Ивановичу Брунову. Его нумерация исторических объектов действует до сих пор. Очень приятно, что бедуины, торгующие здесь сувенирами и угощающие свежим душистым чаем, четко говорят временной интервал, отделяющий вас от цели. Крутой подъем и продолжающее захлестывать чувство восторга мешают реально воспринимать действительность и опасность скалистых обрывов. Каждый шаг – это новое открытие, новый вид, новые впечатления, которые усиливаются, удваиваются и утраиваются с преодолением каждой скалы. И мы упрямо устремляемся вверх и вверх, уступая дорогу группам на осликах, которые непонятно как горцуют над пропастью. Но для работы с фото- и видеокамерами этот транспорт все равно не подходит. Здесь нельзя спешить. Петру нужно вкушать как нежный десерт, трепетно наслаждаясь каждым мгновением, которое потом долго будет волновать кровь своей красотой. На скальном плато – последняя остановка бедуинского такси. Дальше дорога доступна только людям и каменным слонам. И вот через 5 часов от начала входа мы наконец достигли монастыря. Точнее, сначала увидели площадь. Монастырь Дейр оказался справа, на вершине скалы, по которой мы поднимались. Это последнее добатейское строение на западной границе Петры. Древнее каменное воплощение мужества и величия. Здесь чувствуешь себя словно на вершине мира. У стен древнего монастыря еще сложнее удержать свои эмоции перед открывающейся пленительной красотой. И отчетливо понимаешь, что жизнь прожита не зря.